мои одноклассники в обычной школе все хотели космонавтами стать, а я хотел быть художником. Кроме матери, у меня отец был художником и реставратором, сестра художник. По большому счету, художник не должен опираться на мнение публики. Он должен быть самостоятельным. Только он пошел за мнением публики, подумал о рубле, сразу все, перестал быть художником. Картина должна создаваться, как Венера из пены. Но толчок визуальный должен быть из природы. Жизнь лишена смысла, если в ней нет творчества.